Прекрасный зеленый уголок на Пионерском проспекте. Как можно было отдать под спил эти тополя и ели, когда буквально каждое дерево на счету? Факт бездумного формирования участка глава Анапы прокомментировал на планерке. На Пионерском проспекте надо сформировать участок 702 квадратных метра в районе ДЖМТ под малые гостиницы. Я вам докладываю, в этот участок, я вчера сам проверил, входит 26 сосен и 18 тополей. Вы что, балбесы совсем, что ли, а? Или какими словами вас называть? Защитить участок от попыток застройки – вот что требует Сергей Сергеев, чтобы завтра не подавать в суд очередной иск о сносе самостроя. Игорь, на контроль бери. Да, я взял уже. И срочно перевести, чтобы ни у кого даже мысли не возникло. Сюда просится минимальное благоустройство и минимум затрат. Поставить лавочки и сделать освещение, и новый сквер готов. По каждому вновь сформированному участку надо выезжать на место. Выезжать и смотреть. Тогда все будет понятно. И разговаривать с людьми, тех, кто здесь работает, тех, кто здесь живут.